Добрый день, друзья! В этом видео мы будем вязать вот такие небольшие сережки с бусиной капелькой. Продеваем ниточку в иголочку, вставляем 30-40 сантиметров от начала вязания и начинаем вязать. Провязываем 3 двойных узелка фривалите. 1, 2, 3. Дальше делаем пико. Провязываем еще 3 двойных узелка. 3. Делаем еще одно пико. И провязываем еще 3 двойных узелка. Таким образом чередуем узелки и пико, пока у нас не получится 13 пико и последние 3 двойных узелка. Я провязала 13 пико, закончила тремя двойными узелками. Вытягиваем иголочку и затягиваем все наши петельки в колечко. Затягиваем достаточно туго, чтобы получилось у нас сережечка жесткая. Закрепляем кольцо узелком. Дальше провязываем дуги 5 двойных узелков. Пико. Еще 5 двойных узелков. Вытягиваем иголочку. Продеваем иголочку не в первую пико, а во второе пико. Продолжаем вязать следующую дугу. 5 двойных узелков. Пико. 5 двойных узелков. Вытягиваем иголочку. Далее продеваем иголочку через одно пико и опять продолжаем вязать дугу так же, как мы вязали предыдущие дуги. Таким образом обвязываем наше колечко дугами, продевая иголочку через одно пико. Одно оставляем, следующее продеваем. Далее, после того, как мы провязали последнюю дугу, продеваем иголочку в начале первой дуги. Завязываем узелок. Дальше делаем колечко из 10 двойных узелков.
вытягиваем иголочку, затягиваем наше колечко. Можете сделать дугу, а потом пропустить иголочку посередине. И таким образом образовав колечко. Дальше мы берем нашу бусину-капельку. Продеваем через иголочку, дальше маленькую бисеринку или бусинку. Далее продеваем иголочку посередине. С другой стороны иголочку продеваем назад через бисеринку и бусинку капельку. Далее завязываем два узелка. Заправляем наши ниточки назад в капельку и в бисеринку. Далее аккуратненько обрезаем остатки ниточек, чтобы их не было видно. То же самое делаем с вот этим концом ниточки. Далее расправляем нашу сережечку. И одеваем на нее шлинзу. Такие у нас сережки получились. Маленькие, нежные. Если вам понравилось данное видео, ставьте класс, подписывайтесь на мой канал. Желаю всем удачи, пока-пока!